В Барнауле определили чемпионов края по дисциплинам кунг-фу. В турнире приняли участие спортсмены со всего региона. Это более 300 человек. Спортсмены сражались в 10 возрастных группах. Среди самых маленьких высшие судейские баллы получили Роман Драчев с коротким оружием и Анастасия Филатова с шаолинскими кулаками. В средней юношеской группе всех обошли Родион Борисов и Софья Шведова с гибким оружием. В старшей группе выиграли Михаил Марковский и Роман Зайковский. Среди спортсменов старше 40 лет лучший результат показала Галина Дмитриева из барнаульской школы Владимира Суркова. А пекинская школа шаолинского кунг-фу вновь обошла всех в командных выступлениях.